Идем, идем. Ну и что мы тут забыли в такую погоду? Никогда не думала, что скажу это, но лучше бы в лагере благородных девиц остались. А я разве вам не говорила про свою страшную аллергию на комаров? Так, разговорчики. Я вам еще раз повторяю, завтра у нас урок по зельеварению, по которому я в конце вашего пребывания в лагере благородных девиц проведу экзамен. Мы что, в школе? Какой еще экзамен? Народ, вы что, вообще меня не слышите? Мне больно легки на комаров, ау! Я вам сколько раз говорила, это вам не обычный лагерь. После моего лагеря вы уже никогда не будете прежними. Я уже никогда не буду прежней, если меня укусит комар. Вы вообще мою медкарту читали? Да что тебе, Ульяна? Ой, ну читал я и читал. Ну мало ли, что там врачи понапишут. Я им не доверяю, они сколько раз анализы путают. И вообще, сними вот эту вот ерунду со своей головы. Она у тебя темная. Если ты потеряешься, мы тебя в жизни не найдем в лесу. Снимай, снимай. Ну это будет на вашу совесть. Итак, задание первое. Вот список трав и кореньев, которые вам нужно собрать. Кто первый соберет все правильно по списку, тот получит очень ценный приз. Надо было с этого сразу начинать. Одеваешь. Что тут по списку? Прочь, комары, прочь. Я сказала, прочь, комары. Так, давайте вспомним, что я говорила про основные правила безопасности поведения в лесу. Что нужно с собой взять? Ну? Собираясь в лес, надо взять с собой спички, компас, свисток, телефон, запас воды и еды. И обязательно одеть яркую одежду. Хорошо, дальше. Если вы заблудились, надо оставаться на месте. Звонить в службу спасения и беречь силы. Можно развести костер. И нужно обязательно находиться на открытом пространстве и отвечать шумом на шум. Все, идем. Так, у меня уже пол списка готова. Так что кого-то ждет сюрприз. Так нечестно, у тебя нет дополнительного груза. Ульяна, отцепись ты от меня. Иди собирай там травы. Да неважно, в общем, что-нибудь для урока зельеваренья. Я не могу, у меня на комаров аллергия. А я-то тут при чем? А ты горячая, у тебя кровь теплая. Тебя первого начнут кусать, а меня не заметят. Зашибись. А у меня крепкая хватка. Ха-ха, удачи в поисках, лузеры! Сама ты такая! Отцепись от меня! Отойду подальше, тут точно никто не ходил. Тут точно все, что мне нужно. Ай, кто-нибудь, помогите! Ау! Это ты, Алён? Алёна! Что ты такое? Моё. Неплохо. Моё. Ну всё. Последний бросок, и я выиграла. Что это? Да бросай ты уже! Да тихо ты. Бежи скорее, там этот... Да успокойтесь вы! Себя успокой! Беги, пока тебя не сожрали! Давай быстрее, быстрее! Он и безобидный! Вот видите? Чего? Вот и правильно, пока он ее жрать будет, мы убежим! Да подожди ты! Он, кажется, и правда безобидный.
всех нас высосет кровь. Да он не кровью питается. Кстати, он должен тебе понравиться больше всех. Да почему еще? Потому что он питается комарами. Все. Ловко. А Лидия тоже так. Не знаю, но меня он слушается. И угадайте, чем он может нам помочь. Собрать все травы? Съесть их комаров. Да, Алена, дай свою бумажку. А ну, дружок, смотри, нам нужны все эти травы. А он не заблудится? Да не, не должен. Вот это скорость. Теперь мне. Дружочек, помоги нам собрать вот эти вот травки. Эй, что за нафиг? Им, значит, собрал, а я корячиться должна? Ну уж нет, все, я спать. Хорошо, я же так люблю собирать коренья. Ну, что делать будем? Задание выполнено, а у нас еще вагон времени остался. А может, поиграем? В салки! Эй, а я! А ты собирай! Я вам это еще припомню. Суефа! Ты проиграл! Тебе надо нас ловить! Кого поймаешь, тот и вода! Хорошо? Ага! Ты думаешь, он понял? Надеюсь. Побежали. Да ну нафиг, я тоже хочу. Я с вами. Иди сюда. Что-то я не хочу уже больше в эту игру играть. Ой, я знаю одну очень интересную игру. Хали-хало. Как мне играть-то? Ой, я знаю такую игру. В общем, ведущий должен загадать слово и описать суть этого предмета. И назвать первую последнюю букву. А если я отгадаю? Тогда ведущий кричит «Хали-хало» и кидает мяч. Дубинку. Как можно выше и убегает. А тот, кто отгадал слово, должен ее схватить и кричать «Стоп!». Дальше по ходу игры объясню. Начинаем? Ефа! Я выиграла! Так, что бы такого загадать? О, придумала! Так. Его ставят под видео. Начинается на L, заканчивается на K. Лайк! Я первая! Хали-хало! Стоп! Теперь ты должна угадать, сколько шагов до Алены. Есть гигантские шаги. Нормальные. Лилипутские. Муравьиные. Есть еще лягушачьи, но их редко используют. И так дальше. В каких будешь угадывать? Нормальные. Ну давай за 17.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Блин, надо было. Теперь ты делаешь кольцо из рук, а у Яны должна попасть туда мечом. Ну, то есть дубинкой. Ой. Загадывает. Ну, раз теперь я. Что в жизни не отгадаете? Эта штука делает пюре из няшки. Чё? Вообще, последняя А. Пюре. Толкушка? Блендер, мясорубка, ничего не подходит. Нет. Вы даже никогда не отгадаете. Да ну что это? Ульян, мы сдаемся. Фу, слабачье. Это же чеснокодавилка. Ты же сказала из няшки. Ну да, правда, Юляшка? Тетушка! Что за шум вы тут устроили? Шумите на весь лес. Вы что? Играйте! А мы уже вот все закончили. Вот, все по списку. И даже раньше времени. Ага. Как закончили? Так быстро? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Что это? Это все не то! Халтурщики! Да как не то? Все по списку. Списку, да. Но надо, чтобы стебельков было больше. И растений, чтобы больше. Так что вот все, берите и идите. Но! Так, все, Женю взяли свои корзинки и пошли собирать дальше. Ты что тут задумали? Играются, я их отправила. Учиться, заниматься, траву брать. А они что? Так, дело не пойдет. Это вам не нужно. Это институт благородных детей. Это ты? Даже не вздумай. Ну почему? Правильно. Уля, а ну что вы меня освободите? Хотя... Нет, идем, Ален. Пошли, я идем. Все хорошо? Все в порядке. Мы все в шуках. Мне кажется, нам уже пора возвращаться в лагерь. Да. Хватайте свои корзинки и идем в машину. Ну а как же сбор трав и кореньев? Мы же собрали мало и... Достаточно, собрали достаточно. Для первого урока как раз. Я вас в машине подожду. Девчонки, я не могу его тут оставить. Ну, Ксюш, ну, мы же не можем его в лагерь потащить. Ну, хотя, если он будет комаров есть, то выгодно. Ульяна! Вот тогда, у Ульяны же аллергия. Ну, даже если так. Ну, что ты тетушке тогда скажешь? А то мы им притешим и скажем... Что им скажем? Потом разберемся. Это же моя корзинка. Спасибо, девчонки. Нам надо обязательно его забрать. Да, я вижу. Это лес тут очень опасно. Да, ты смотрела туда. Мне плохо. Помогите. На помощь. Тетушка, тетушка. Ульяне плохо. Что? Где? Где моя салфетка? Бегу. Деточка, держи!
Тетушка умеет приводить в чувства. Ксюша, давай! Ко мне, давай. Ой, ну вот и все, моя хорошая, тебе уже легче? Вот и славно, поедем. Ты знала? Тише, тише, давайте уже быстрее сюда. Лагерь благородных девиц ждет нас. А как же приз? Приз? Ну так это ваши полученные навыки. Блин. Тебе понравился выпуск? Тогда ставь лайк. И подписывайся на канал Watch Me. И не забудь написать комментарий в сообществе YouTube. И проверяй, поставлен ли у тебя колокольчик. Ну, а пока всех люблю, всем пока! Это будет на вашей совести. Ой. Ну вот. Кушай, мой мальчик, кушай. Твои слова совсем ни о чем. Ай. Ты что, не знаешь? Знаете, подписчики! А тот, кто... Я так и знала. Прощай, Кость. Ты что там кидается? Ты тут грибочки искал? Правда? Как только она отвернется, валим отсюда. Ага. А почему я не загадывала? Лайк!